Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия и наконец-то вторая серия игры Dark Riddle. Какое крутое попадание! Упс! Ну-ну-ну, чего это ты хулиганишь? Дяденька полицейский, я больше так не буду, честно-честно. Пора приступать к расследованию и будем выполнять задание. И на чем мы остановились в первый раз? Придется вспоминать во время выполнения квестов. Хотел оглушить соседа, но ничего не получилось. Придется немного подождать, пока сосед куда-нибудь свалит. Ждать долго не пришлось. Сосед собрался по делам. Интересно, насколько хорошее у него зрение. А вот сейчас и посмотрим. Нормально, никто не кричит и не говорит мне убираться с их территории. А что это на столе? Ключ? Есть ключ, должен быть замок. А не этот ли замок? Отлично! И я вижу то, что нам нужно в первую очередь. Это еще один ключ. Батарейки также для чего-то нужны. А вот здесь уже нужна какая-то серебряная карта. По-моему, сосед вернулся домой. Что делать? Куда спрятаться? По-моему, нужно просто делать ноги. А не слишком ли я осторожничаю? Возможно, сосед даже не заметил, что у него кто-то был в гостях. Странное фото с пришельцем. Здесь явно что-то нечисто. Так, ищем серебряный замок. Скорее всего, он находится на втором этаже. А вот и замок. Посмотрим, подходит ли ключ. Подходит. Ищем, что здесь есть такое, что нам может пригодиться. Дверь закрыта, и в комнате нет ничего интересного. Открой серебряный замок. Мы его открыли. Эта комната - тупик. Ищем новые зацепки. Как же я прозевал соседа! Пытался сбежать, но не получилось. Сосед, я к тебе больше в дом лезть не буду, я просто смотрю сливную канализацию, ты ее, скорее всего, давно не чистил. Как думаете, он нам поверил? Не будем зря терять времени. Хотел посмотреть, здесь нужна золотая карта. А что если попытаться яблоком разбить эту камеру? Так себе эксперимент, и по-моему ничего не получилось. А в этой комнате еще один ключ. Почему я не могу закрыть дверь?
Эта дверь заперта. Сосед возвращается домой. Времени должно хватить. И вот к какой комнате был золотой ключ. Что-то вроде кабинета. Нужно собрать ракету, и у нас, по-моему, есть предмет, которого не хватает. Вот это да, тайная комната! А сосед непрост, совсем непрост. И что делать далее, непонятно. В тайной комнате ничего активировать не удалось, также забрать здесь ничего нельзя. Нужна еще одна подсказка. В комнату с золотым замком можно попасть через крышу. Неплохо, надеюсь, эта комната по соседству. Ящиком также можно кого-нибудь нокаутировать или что-нибудь разбить. А вот и комната с золотым замком. Ребята, на сегодня это были последние задания, продолжение будет в новом видео. Если вам понравилось, ставим лайки. Не забываем подписываться на наши каналы Страна Игрляндия и Игрляндия. Всем пока и до новых встреч!